Всем привет, мои умники, с вами Боди. Да, у меня сейчас такое офигительное настроение, вы просто не представляете. 18.00, у BTS должен был выйти клип, и он вышел ровно минуту назад. И не спрашивайте, почему я знаю, потому что в конце тизеров там все время писали то, что 18.00, то есть в 6 часов вечера по Корее, выйдет у них клип. Я посмотрел по часовому поясу, и ровно в 12 часов должен был выйти их клип по Москве. Так что пошлите вместе смотреть, мне реально интересно. Так, мои умники, готовы? Готовы, давайте. Так. У меня эмоции уже все. Big Hit Music Features is for Hailing Entertainment. Готовьтесь. Так. Офигеть. Я просто удивляюсь от съемки. Господи, вы видите? О боже, я не могу. Все, короче, ладно. О боже, это то самое, что было в конце тизера. Это лучше. О, все, тихо, Богдан, успокойся. О боже, вы видите? Просто посмотрите на эти движения. Это синхронность. Чё? Вы понимаете, это даже не монтаж. Это вот прям специально сделали. Боже, как он отыгрывает? Как он отыгрывает? Вы это видите? О, жесть! Это просто жесть! Я аж вспотел! Это была шутка. Просто вы видите эти кадры, как они отыгрывают? Я примерно уже начинаю понимать смысл клипа. Это, боже, мои умники, это просто бомба. Ладно, давайте дальше смотреть. Типа зеркало, понял. О, боже, кто это поет? Пожалуйста, скажите мне его имя, я плохо и запоминаю, я знаю только Рэп Монстр, потому что это лидер группы, его легко запомнить. Вот просто послушайте, пожалуйста. Сейчас будет. О, жесть. Вы это видите, эти кадры? Вот просто смотрите на эти кадры, это такая красота. О, этот взгляд. Вы видите эту съемку? Меня больше всего. Я просто обожаю BTS. Самая лучшая кей-поп-группа, на мое мнение лично. Остальные тоже хорошо, но для меня BTS это лучшее. Просто посмотрите на режиссуру, как снимают это. Вот просто посмотрите этот кадр. Как снимает камера. Вот, вы видите это? Да кто так снимет вам? О, этот кадр тоже жестокий был. Просто восхитительный монтаж. Господи, это телефоны же. Это все планшеты и телефоны вроде как. И вы представьте, сколько нужно было купить для клипа, это просто жесть. О, Рэп Монстр. Yeah.
офигительный нигатя, да? Вы мне, кстати, говорили, чтобы я не закрывал глаза, потому что когда я там отвожу так взгляд, то я теряю очень красивые моменты. Не переживайте, хоть у меня будут глаза в крови, я буду смотреть. Га. Он гитару разбил для клипа. Вы просто понимаете, сколько вот у них сникерсы, Марс, еще что-то, или это только сникерс, не знаю. Это 1020 они закупились, чтобы снять для клипа. Это просто вышка. Ой, это такой кадр. Боже, да у меня мурашки просто выше крыши. Я не знаю, что сказать. У меня... Ой, простите, если у вас там уши офигевают от моих криков. Но это жесть. Это просто... Это такой клип. У меня столько эмоций. Это нереально передать. Прочувствуйте со мной. Просто пипец, мамочки. Чё? Так, ладно, Богдан, успокойся. Ну, я просто рот закрыл, у меня уже свисает челюсть от афига. Я просто в афиге. Офигеть, мамочки, мамочки. Мама. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я чувствую, сейчас будет жестко. Мама. Слушайте, я ошибаюсь, или это джин? Вот сейчас я буду говорить, что это не джин. Я понял. Пипец! Просто пипец! Господи, вы видели этот кадр? У меня просто... Этот кадр столько эмоций сейчас у меня вызвал. Вы посмотрите сейчас, это нельзя пропустить. Просто вот каждый момент, который ты замечаешь, кто-то типа пропустит его. А вот если ты смотришь, спасибо, мои умники, я больше никогда не отведу глаза, то у вас просто шквал эмоций. Вы посмотрите на этот взгляд. Вот представьте, все горит, и посмотрите на его эмоцию. Это просто божественно. Вот, готовьтесь. Господи, это жестко! Ярику покажу, скажу, Ярик, смотри. Он такой, вот посмотрит клип. О, это прям как доза никотина. Поняли, да, откуда кадр? Пипец! Мамочки! Это... Папа, я хочу в BTS! Ну, серьезно! Мои умники, это просто такой шквал эмоций! Это невероятно! Это настолько красивый клип, что просто, я не знаю, от него вот валяться хочется на полу и не вставать, потому что это как доза никотина. От этого припева тебе хочется все больше и больше слушать этот BTS. Мои умники, спасибо вам огромное, что подсадили меня на BTS. Я вам так благодарен, что вы просто не представляете. Ну вот серьезно. Пора подсаживать нашего друга Ярослава, ну вы видели его в роликах, чтобы он тоже смотрел. А то вроде ему нравится, а эмоций я от него не вижу никаких. Как будто он их сглатывает и не показывает никому. Поэтому, мои умники,
Этот клип, это просто вышка BTS. Это настолько красивый припев, настолько крутая съемка, такой монтаж! Это просто невероятно! Поэтому, мои умники, если хотите, то можете поставить лайк. Это ваше дело, я никогда никого не заставляю. Если хотите, то можете подписаться на канал, но, как я уже сказал, это ваше дело. И всем огромное спасибо за просмотр, мои умники. Всем пока, да.